друзья, идет полным ходом сбор первому полноценному выезду на первый ОПНР. Волонтеры и музыканты сцены «Горький шоколад», представители CSBR, собираются в своем доме вместе с CSBR-базе. Вот видите, мы готовы. У нас и ящики с инструментами, шуруповерты, пенки, спальные мешки, шуропорезы, шурупы. Как видите, вот Алена, она тоже, пока кто-то что-то бездельничает, Алена готовит нам еду, чтобы мы там не умерли с голоду и построили отличную сцену. Наверху в данный момент репетирует группа, кто-то из туалета выходит. Фу. Вот. И поэтому мы готовы и будем готовы, так что приезжайте на Open, смотрите, погода-то отличная, пойдем посмотрим. You're welcome. Да, еще раз. You're welcome. You're welcome. Мы пойдем. Давай. Дело, что там не осталось. Ну, что это вообще? Давай. Тумпло. Вы ничего не забыли? Не. Уже кинули? Кормили. Да. Закинули? Да, отлично. Уже покормили коробку. Отлично. Коробка сыта. Пока. Это группа Electric Sunrise. Шалом. Где тебе привет? О, вот, нормально сразу. Шалёп. До скорого. Bye-bye. Пост-метал слушать. Блять, курим, убили всю дорогу, пост-метал слушать. Конечно, пост-метал. Там лист. Курим, хочу. Блять, он угрожает тебе. Он сейчас закроет тебе, пока его ведет. Очки темные, мобила. Сразу видно, все серьезно. Человек приготовился. Чисто, проще говоря, срать пошла.
тебе, например, у меня, в общем, короче, все нравится, в общем, котирую вообще. В общем, я б тут жил. Кстати, душ — это охуенная вещь. Как говорится, например, Hell Satan! Слушай, пацаны! Шел второй час ночи, и люди просто продолжают джемить, вот, потому что только так рождается. Да. Это все сила Шортика. Да, Ангус Янг знает. Кофе должен быть черным, как ночь, крепким, как член. И сладким, как поцелуй, да, но крепким, как что-то другое. Чувак, знаешь, что это? Это Dark Country, чувак. Это Dark Country. Мы играем сейчас Dark Country. Как ее такая тема, как моя стала? Какая должна быть гость тематика? Там самая жуткая, между прочим, ловушка была. Чтобы ключ
Всем привет, за мной это прекрасный рассвет. Сегодня 10 число, 6 утра. И я наконец-то ухожу с концерта, на который я пришел 8 числа. Electric Lords, Without God, Sisber Experience. Это был классный концерт, несмотря на некоторые технические неполадки у Electric Lords. Порвалась струна. Ну, отыграли все классно, все команды. Without God стопили как надо. Четко, классно. Electric Lords, ну просто. Сама просто красота, стиль. Мелодичный. Sisber Experience показали. Новый уровень. Вчера мы заджемили с Артуром, администратором паблика House of Good Music. Он делает такие вещи просто невероятные. Я не мог, просто не слышал такие вещи. Не сесть за барабан. Играть.